О, всем привет! У Иринки сегодня на ужин салат. Со сметанкой. Салат вообще у Иринки такой вкусный получился. Знаете, сметанка, она ж полезна. Лучше, чем майонез, так ведь? Мне не жирно, вам не знаю. То вертолет-то, Иринка, не влезла. Что теперь делать? А салат надо есть. Весна, весна. Готовимся, девочки, готовимся к лету, как говорится. Ой, да? А кто-то же пробовал салат с капустой. Так вот. Ну, а Иринка ест. Ой. Тут у меня еще киви есть. Кто-то там писал пустой холодильник. Ну, конечно, был пустой. Иринка же не могла сходить. В магазин. Потому что некогда было. Где мой слюнявчик? Ну ладно. Нету. Так что, девочки, тоже идем делаем салатик. Салат называется витаминный. Что-то мне так жарко. А знаете, диетологи говорят, прежде чем вы садитесь есть там первое или второе, надо салатик сложить. Потому что салат занимает много места в желудке. И когда вы салат сложите, знаете, у вас места останется мало. Или вообще не останется, не знаю. Смотря у кого какой желудок. Угу. Так вот. А еще диетолог сказал, что это такая красная. Ну, пока салат рубала, ну, резала, делала, что-то так жарко стало.
Смотрите, сколько капуста дала сока. Сейчас, кстати, капуста какая-то некачественная пошла. Гниет она внутри, гниет, представляете, капуста? Я думаю. У меня есть стиральная машина. Она постирает. Жарко что-то. Ой. Не, салат вообще вкусно получился. Мне нравится. Маленький будет. Ну ладно. А сочно у меня получилось салат-то. Сочный, из капусты. И, кстати, в этой порции калорий вообще практически нет. Там совсем чуть-чуть. Понимаете, да? А вертолет? Вертолет. А просто кто-то... Кто-то кого-то привез. Привезли. Прилетели. Это медгородка шла. Да, Ленка, наверное, еще долго его пути есть. Там же, видишь, написано реанимация. Кого-то привезли откуда-то. У нас какой-то деревни. Там потому что скорая стояла. У медгородка. Ну, рядом с вертолетом. Ну, сейчас же весна. Дороги везде, вот особенно в деревнях, да, дороги не дороги. Ну, допустим, у нас, к нам вообще такси не хочет ехать. Я сегодня такси вызывала полчаса. Яндекс.Такси.
На третий Иринка даже два куска хлеба оставит. Ну, не лезет. Я думала, что у вас своя сметана, ты ее только я, значит, ее покупаешь? Конечно, как вы хотели. Но извините, у Ринки нету коров. Мне кажется, корову сейчас невыгодно держать. Сено. Потом, там же не только сено надо за коровы. Комбикорм. А совсем, знаете, сколько стоит? Что-то Настя берет то ли тюгу за 1600, то ли за сколько. Я точно не знаю. Даже это невыгодно. Вся капуста. Разлетелась. Ну так вот, девочки. У нас тут, конечно, есть, кто держит коров. Но мне молоко не нравится. Я имею в виду из-под коровы. Ну, ой, все. Нет, я не буду есть. А не съем. Одну диетолог разрешил. А все говорят, что киви едят с кожурой. Правда, нет? А? О, там и это. Офигеть. Ну, киви это что? Киви типа кожурника. Это кислое. Кислое киви. Да, девочки, мне не жирно. Что у вас там? Мне вот, кстати, каждый день звонят всякие спамы. Но у меня же телефон-то умный. От этого ужас. Какое оно все-таки кислое.
кислючая. Сейчас по йогурту и спать. Да? Йогурт такой ничего, кстати, клубничный. Значит, девочки, знаете, в чем? Подскажите Ирине Сергеевне, что Иринке взять в больницу. Но я имею в виду из еды. Я хотела копченую окорока, вдруг не пропустят. Ну там же первый день там кормить не будут. Понимаете? Вот я думаю, что ж такое взять? Ну все, Иринка поужинала, а вы? Ой, как хорошо-то стало. Да, Максимка? Вот так вот. Максимка, Максимка. Все, короче, девочки, мальчики, я поела. Всем приятного аппетита, приятного просмотра. Всем пока-пока.